Здравствуйте, меня зовут Ольга Шмырина, я редактор выпуска новостей. Вот что сегодня мы готовим к эфиру. Снежная глыба упала на коляску с малышом, ребенок не пострадал, идет расследование происшествия. Из-за оттепели и снега с дождем в городе с проблемами сегодня столкнулся без исключения каждый кировчанин. Открытие ледового городка на Театральной площади могут перенести из-за погоды. В администрации рассказали о планах на новогоднюю ночь и о том, куда потратят выделенные 11 миллионов рублей. В Кирове с большим концертом выступила звезда «Миллениума» певица Света. Эти и другие события дня более подробно обсудим сегодня вечером в информационном канале «Город». До встречи!